Как жаль, жена Меладзе Джанабаева на волосок от смерти. После расставания с мужем Ирина Меладзе долго искала встречи с певицей Альбиной Джанабаевой, которая почти 10 лет была с певцом в романтических отношениях, родила ему сына, а потом и заняла место законной супруги, родив ему еще одну дочь. Но певица была против подобных свиданий. Недавно, придя на шоу, Ирина заявила о том, что больше не имеет претензий к экс-мужу, как и к его новой пассии. «У меня нет к ней сегодня вопросов. Нас ничего не объединяет, все в прошлом. Я не вижу никакой необходимости встречаться. Не хотела раньше увидеться, потому что не понимала, кто передо мной. Хотела посмотреть человеку в глаза, услышать, что она мне скажет». По словам бывшей жены певца, они с Валерием Меладзе общаются, обсуждают воспитание трех дочерей. Меладзе принимает участие в их жизни. На этом круг тем ограничивается.